Вот наша деревня Новое Поле. Такие дома у нас трехэтажные. Там дальше еще есть. Вот луча какая красивая. А тут тюльпанчики. Иду я по мокрой траве. Одуваны пошли уже. Вот она красота какая. Они как многолетние получаются. Никто их не высаживал в этом году. Они и тут такая красивая цветущая луча. Там дальше тоже сколько цвета. Запах какой обалденный. Вот кормушки для птиц вешаем мы на зиму. Ой, какой нежный запах. Холодновато, но тем не менее все равно есть. Вот пару слов о винограде. Это какой силой надо обладать. Видите, капля висит на срезанной ветке. И вот капает она вот в это ведро. Какой силой надо обладать растению, чтобы из земли вот по этой длиннющей ветке метра три от корней прогнать влагу. Суть-то в чем, почитал я, это осмос, такое есть понятие, межмембранное распространение жидкости. И значит, соли, растворенные в воде при таянии снега, попадают в корневую систему, влага и вода, вода вместе с солями, и через мембраны плюс еще гидродинамические всяческие законы действуют на сокодвижение по капиллярам, по трахеидам каким-то. Кто-то написал в интернете, что сокращение корневой системы. Другие пишут, нет никакого сокращения. Это вот это осмос, космическое давление. И плюс еще такое явление, я так понял, как связь молекул воды между собой. Они друг друга как бы подтягивают. Вы видите, капля сейчас упадет. И как у человека рана затягивается, кровь свертывается, так и здесь. Соли высыхают, через листья идет, через кору идет, значит, выделение влаги. И ранка обветривается, подсыхает, это затягивается новыми клетками. Как-то так, насколько я понял, в общем-то, как и у человека. Капля раз, ну, текла она быстрее. Сейчас уже этот процесс соли вот тут по срезу. Оно затягиваться, затягиваться будет новыми клетками древесины. И капля. Оп, и капнуло. И кофе мой. В общем, что сказать? Человек такой же продукт природы, как и растение. Только это белковая масса. Мы с более-менее постоянной температурой тела. И Homo sapiens немножко разума. У кого больше, у кого меньше. А так мы такие же, ну, у нас сердце есть и так далее, те органы, которых нету у растительного мира, у животного вообще все почти такое же. И природа гораздо значительнее старше человека, а мы ее так нещадно губим. Вот такие персики у нас на даче под Минском. Готовятся к цветению. Вот такие бутоны шикарные, плодовые. Это персик районированный. Сорт не знаю. Коле спасибо. Дал два небольших росточка. Извиняюсь. И вот они так третий год подросли. Это вот одно деревце. Все цвету будет. Если, конечно, не холода. Посмотрим. И вот второе деревце.
Вот оно зацвело на третий год, готовится к цветению. До этого были попытки. В том году пару цветочков было, ни плодов, ничего не было. А здесь шикарное, конечно, и цвет такой красивый. Да, посмотрим, что будет. Немножко я обрезал внутренние ветки и остальное оставил. Пусть, конечно, еще он укрепится. Посмотрим. Сейчас высота его 1,2 метра. Этого и где-то 1,80 м, 1,75 м уровень глаз моих. Вот этого. Здесь я тоже подрезал. Ну и лучок для еды отличный. Вот такие чудеса под Минском. У Николая персики эти очень вкусные. У него лет 10. Такое деревце хорошее у него уже. Высокое, плотное. Стволы такие сантиметров по 7. Ну здесь 2,5, он 3 ствола. Посмотрим, что дальше будет. Он как куст растет. Видимо, обрежу потом низ. Ну, посмотрю. Почитаю, как управлять с ним. Управляться. Только что прошел дождь. Вон на стадионе лужи на детской площадке. Здесь мои дубовые доски укрыты. Так, надо наведаться в мастерскую. Здесь сегодня очень мокро на участке. Ну, еще неделю потерпим. Потом чеснок надо чем-нибудь обработать. Вот пожелтение аммиаком, наверное, нашатырным спиртом. Смородины будет, но меньше, чем в том году. Цвета не очень много, но в том году много было. Вот куст хороший, этот я его обрезал, много цвета. Этот, вот эта мята, она сама уже растет, перезимовала ее море, просто море. Цветочки, это будет покрашено все. Ну и Светланка обходит владения свои. Все, пойду поработаю.